Здравствуйте, уважаемые, зовут меня Димон, ник в игре Афреди Кинг. И вот, ребята, к празднику китайскому году наши разработчики скинули, появился два наборчика со скидкой, хороших со скидочкой, «Смерть» и «Голос». Ребята, вы многие вот спросите, какой наборчик получше. Ребята, давайте посмотрим «Голос», ребята. Наборчик, вот туда, что туда входит, уникально ничего нету, кроме вот этой классной кабины. Она вот меньше тысяч, конечно, стоит. Ну и два вот этих трубы, декорчика. Все, больше, ребята, ничего нет. Даже белые колеса. Набор, арт-набор, то есть не для боев, он не предназначен, сами понимаете, белые колеса — это смерть всему. Сами самопалы — это не оружие. Ну, то есть набор чисто, если вы именно ради этой кабинки. То есть кабинка вот на сегодняшний день вот такая цена. То есть если, ну, допустим, 1000 все продадите, будете в плюсе. То есть в среднем получите 2500 вот за этот наборчик. То есть сами смотрите, если вам нужна была кабинка и аватарка, вопросов нет, покупайте и все. Следующий набор, ребят, это, конечно, конечно, вот смерть, ребята. Как? Вот я вам серьезно скажу. Есть все, вы видите, наборы красавцев, это 90% не предназначены для игры. И чудеса, вот этот 1% или, ну, 2%, которые именно вот этим набором можно играть. Что в этот набор входит? Даже радар, ребята, есть. Радар, декорчик неплохой. И самое главное, ребята, гренадерчики. Ну, вот такие, на цены на них. Это будет падать туда-сюда, дело не в этом. Кабинка, зов и вот все, ребята. Два гренадерщика нажил и 1500. То есть если даже продать вот все это по приблизительно по 700, то есть, ну, 2000 сверху, то есть будет, ну, смотрите, намного выгоднее, чем той наборчик. И самое главное, ребята, вы сразу можете в нем бой идти. Самое главное для новичков — это один из тех наборов, которые вы просто можете смело ехать в бой. Да, есть, конечно, тут не маленькие спецификации, игра на дронах, ну, разберетесь, но на этих омах вам можно спокойно играть. Плюс даже синие колеса разработчики поставили. То есть, ребята, машина боевая, денег своих стоит, за 1000 рублей вы можете смело покупать, аватарка прикольная, вы не пожалеете. Даже если вам что не понравится, вы всегда можете продать. То есть вы будете в плюсе. 1000 рублей, и вы в этом наборчике плюсе. Все, ребята. С двух наборов на сегодняшний день, соответственно, конечно, лучше смерть. Вы и продадите больше денег будете, и даже поиграть можете. С этих, ребята, если кому только нужно было кабинки, ребята, все больше, ребята. Если вам, ну, вы хотелось, ой, вот кабинка, все, ребята, вопросов нет, и аватарка покупаете, и забывать остальным, ну, я не знаю, машина не предназначена для боев нисколько. То есть не арт-крафт, ребята. Все, ребята, имейте в виду, наборчики уже мало времени продаются, вложение неплохое для новичков. Ну, я вообще не рекомендую, конечно, не наборчики покупать, а прям подписочку, ребята. Но если вы уже хотели, ну вот именно аватарки, или вот хотели именно на этом вооружении, то вопросу нет. Само настало время, просто классно. 50% скидка на эти наборы. Все, ребята, я надеюсь, вам помог. Спасибо за внимание, спасибо за подписочку. Встретимся в боях. Пока-пока!